Здравствуйте! Сегодня 8 марта. Поздравляю всех женщин с этим замечательным праздником. Но у меня праздник не праздник, а работа идет. Сегодня я решила пересадить колеусы, потому что им здесь уже стало тесновато. Они уже дают цвет на листиках, и уже можно начинать их пересаживать. Рассаживать я их буду в стаканчики обыкновенные, по две штучки. Побольше сделала дренажа для экономии грунта. На первое время им этого хватит для роста. Так, приступим. Землю я заранее пролила. Вот, приготовила чашечку. И нравится мне все время такие вот работы делать маленькой ложечкой. Постараюсь их аккуратненько перенести. Кое-где здесь у меня много вместе наросли прям. Но буду их разъединять потихоньку. Прям так вместе с земляным комом. Нам уже стало тесновато, уже неудобно. Переедут в новый домик. Пока эти тут оставим. Грунт у меня обыкновенный, универсальный для комнатных цветов. Никаких там добавок нету. Сразу как есть готовый. Можно сильно и не крышки не трогать. Вот. Чуть-чуть лишнюю землю уберу. И сюда. В принципе, и готово. После этого, когда чуть-чуть подрастут, немножко подсыплю землей. Поливать я ее буду раствором с укоренителем, стимулирующим рост корневой системы. Но разбавила я еще напополам от рекомендации производителя. Можно любым стимулятором корнеобразования при пересадке полить. Это я брала специально для комнатных растений. И дальше. Вот, любые растения при пересадке всегда ставлю, стараюсь не в сильно освещенное место, чтобы они не обжигали листики, быстрее адаптировались. Ну, после адаптации это около 5-6 дней, естественно, может и больше, можно будет уже переставлять в более светлое место. Вот с колеусами я первый раз сталкиваюсь, до этого ни разу с ними не имела дела. Ни с большими, ни с маленькими. Поэтому все у меня только опытным путем. Ну, я надеюсь, опыт у меня будет хороший. И растения у меня вырастут здоровыми и крепкими. Вот. Вместе семечки рядышком сильно нападали. Это я, когда слишком мощной струей из пульверизатора поливала, опрыскивала, то есть корешочки. Они у меня, видать, в одну кучку все сбились. Ну, я думаю, это можно поправить и решить. Так, сорт это Wizard Velvet Red.
У меня семена, ой, какие были семена, какие они должны вырасти, есть в предыдущем видео, в сериале, в плейлисте про колеусы. Также я еще недавно посадила, посеяла еще 10 сортов колеусов. И они у меня вчера дали всходы. Каждого по 10 семечек у меня, но они все разные. Посмотрим, что будет. Ох, как нехорошо получается, но надеюсь, они у меня приживутся после пикировочки. После 2 недель, как они адаптируются к новым условиям, я думаю, можно будет их удобрить для лучшего развития. Но я буду удобрять, скорее всего, не удобрением для комнатных растений. Я также заказывала себе активатор роста, он же антистресс. При пересадке, при пикировке, при переливе и так далее. Ну, это средство себя очень хорошо зарекомендовало у меня. На других растениях начинают расти достаточно быстро, крепнут. И, в принципе, были у меня такие экземпляры, особенно среди суккулентов, на которых у меня уже не было надежды, что они выживут. Они все-таки у меня приживались и смогли дальше расти. Остальную партию не буду показывать уже. Я думаю, процесс этот уже сам понятен. Останется мне их полить заодно сразу со стимулятором. Поливать потихонечку. Лучше я потом еще раз добавить. Тут опадет. И еще раз подолью. Ну и после этого, конечно, надо будет еще сверху подсыпать грунта. Ну вот, колеусов у меня вышло 16 саженцев. Постараюсь через 2-3 дня снять коротенькое видео и показать, как они у меня прижились. Правда ли мои руки хорошо чувствуют растения или нет? Обязательно я вам покажу, независимо от того, какой будет результат. Так, небольшой отчетик о том, как ведут себя колеусы у меня. В общем, прижились у меня практически все. Прошло 4 дня с момента пикировки. Все стоят хорошо. Вот, листики меняют цвет. Ну, вот кроме одного, я здесь нечаянно дернула рукой, перелила. И вот тут вот один, они у меня утонули в земле с водой. Один сейчас я уберу, потому что он уже пропал. В общем, получается, из 12 штук погиб только один саженец. 11 штучек остались. И все хорошо прижились. Все достаточно бодренько стоят. Такие вот маленькие красотульки.